Всем доброго утра. Хлеб вон накидали голубям. Смотрите, как у нас уже убирают газоны. Уже сухо. Ну, не все еще везде чисто, но начало уже есть уборки после такой грязной зимы. Я вообще оделась по-весеннему. Правда, у меня толстая толстовка. И жилетки я. Ну, жилетка длинная. Жилетка вот такая длинная. В общем, иду на работу. Расстроенная. А я уже говорила, что у меня работают девочки. Ну, женщины. А, так, там большое болото, говорят. Нет, там не пойду, здесь пойду. В общем, что случилось? Вчера встретила свою клиентку из дома, где я работаю. И она мне говорит: Света, а вы работаете? А вы разве не уехали? Ну, короче, они ей сказали, что я, наверное, уехала. И сделали ей химзавивку. И постригли. В общем, она снимает шапку. И я вижу, что химзавивки там и нет. Вы мне так хорошо делали. Я ей говорю: а почему вы сели к ним? Ну, к этой женщине. Она мне сказала, что вы, когда будете неизвестно. Ну, как неизвестно, я каждый день работаю. Единственное, что они 2-2 выходят. А я выхожу каждый день. По мере того, что вы не позвонили. Я думала, вы уехали. Что я буду звонить? В общем, посмотрю я сейчас. Мне покоя не давало химсостав. Мне кажется, у меня отлили его. Что я покупала новый. Сейчас я посмотрю, сколько у меня там химсостава. Ага, и как-то я зашла не в свой день, так скажем. Они работали. И смотрю, она, значит, эту... Шапка такая для утепления химзавивки. Она ее стирает. Не пойму. В общем, все шито-крыто. Ни коклюшек, ни бумажек, ничего нет. И... А эта женщина уже с химией. Вот так меня обманули. Обманули мою клиентку. В общем... Ой, сейчас я посмотрю состав. Вот так. А мне мой муж и говорит: Свет, посмотри, у тебя составы, и посмотри, у тебя вот это все там, ну, не закрыто. Я говорю: не закрыто. А что ж ты не закрыла? Что такая жилетка у меня сегодня? Да не холодно шла, нормально прям. Сейчас посмотрю составы. Химсостав у меня здесь стоял. Девчонки, даже не половинка, Естественно, дело из моего дела. Он был, знаете как, одну химию сделала, там было, ну, часть 1/4 где-то только. Все, здесь его практически нет, он пустой. А осталось вот столько. Ой, как говорится, доверяй, но проверяй. Это вообще... Я, конечно, в шоке. Да. А вот так каждый хочет урвать себе. Ну, знаете, вот обидно, когда помещение сделаешь, когда столько вложишь труда, денег и всего, как говорится... И люди придут, почему я никого не беру? Вначале были разовые девочки. Это очень неудобно, надо было им звонить. И как бы они то придут, то не придут. А потом женщина, еще одна была у меня. Не буду про нее говорить, потому что она меня, возможно, смотрит. Как бы, ну, плохого я про нее ничего не могу сказать. Но, в общем... Все это мне не нравилось. А теперь еще и у меня состав отлитый. И вот знаете, как химию сделала? Я прихожу, у меня на батарее этот капюшон вот этот
для утепления. Я говорю, а что тут лежит? Она говорит, а это я просто стирала. Ни коклюшек, ни обычно мы их сушим, там бумажки видно, все, ничего. Я даже, ну, как думаю, химию, что ли, делала? Ну, как делала ее, ну, может быть, и делала. А оказывается, надела моей клиентке, и она такая недовольная, вот, и что у меня там от химии, ничего не, у меня ее нет. А, когда она меня стригла, она говорит, ой, у вас еще старая химия есть? Она говорит, ну да, я просто обросла. А теперь, говорит, у меня химия просто, она, ну, я не вижу, что у меня вообще она есть. Не то, что там я буду обрастать с ней, а ее практически нет. Ну, жалко клиентку, она постоянная у меня. Ввели ее в заблуждение, что я уехала. В общем, они работают у меня еще вот эту пятницу, субботу, и мы прощаемся. Не будет больше. Я никому не позволю меня, как сказать, обманывать, мною пользоваться.